Приветствую вас, уважаемые друзья-моделисты. Хочу представить вашему вниманию обзор на модель в 35-м масштабе от фирмы TACOM, французский легкий танк AMX-13/90. Модель упакована в довольно небольшую коробку из глянцевого картона. Вот один минус хочу сразу заметить, что варианты покраски только находятся сбоку коробки. Это на французский танк и на танк армии Венесуэлы. Также небольшая реклама наборов на AMX-13/75 и на Круп-21 гаубицу. Посмотрим, что находится в данной коробочке. Начнем обзор с самой инструкции. Как видите, небольшая книжечка, очень удобная. Хорошо использовать на подставке. За счет своих размеров она не будет сползать, переламываться, будет хорошо держаться на подставочке. Сборка отпечатана в 3D-проекции. Очень удобно, очень хорошо все читается. Этапов сборки немного, модель сама небольшая. И думаю, в сборке труда не составит. Можно собирать в двух вариантах. Один вариант — на башне ставится брезентовый чехол, а второй вариант — без чехла. Хорошая инструкция, мне очень понравилась. Не все фирмы, к сожалению, делают такие удобные инструкции. Собственно, вот и сам брезентовый чехол, сделан из просиликоненного материала. Хорошо гнется, довольно неплохая имитация. Такая вот башенка в наборе. Такая небольшая башня на пол ладони. Литье довольно хорошее, хорошо отлито. Внутри отпечатано TACOM. Ванна корпуса дана также одной деталью, небольших размеров, ложится полностью на ладонь. Танк будет не очень большим. Сама модель довольно интересная. Пять литников с катками и бандажами. Рассмотрим один из них, так как они одинаковые. Хорошо отлиты катки. Хорошо видны болты. Опорные катки. Так вот выполнен бандаж. Хорошее качественное литье. Два одинаковых литника с катками. Литники небольших размеров. Все хорошо на них видно.
орудие, пушка дана двумя половинками, только смущает, как литники запитаны, как детали запитаны на литниках. Надо будет аккуратно срезать, места срезов аккуратно зачищать, чтобы не повредить детали. Хорошее качественное литье даже мелких деталей. Два литника со звездочками, канистры, мелкие детали, скобы, ручки для канистр. Все хорошо отлито, без облоя, без утяжен. Приятно литники держать в руках. Так выполнена звездочка. Теперь пошли два больших литника, верхняя часть корпуса, надгусеничные полки и элементы башни. Опять же хочу заметить, хорошее качественное литье, хорошо выполнена расшивка. Вот выполнены надгусеничные полки, шанцевый инструмент. Элементы башни. И второй большой набор в виде буквы Г. Здесь на данном литнике довольно тонкие детали. Опять же, шанцевый инструмент, как выполнен. Ручки. Защита на фары. Да, не к чему прибраться. В наборе присутствует плата фототравления. Набор самодостаточный. Нужное травление, решетки, защита для фар. Хорошая плата, не толстая. Все должно хорошо гнуться, если где-то надо загибать. Набором я очень доволен. Также идет в наборе литник с прозрачными деталями, риплексы, стекло для прожектора. Все хорошо выполнено. Пластик прозрачный, не хочу пока что вскрывать его, чтобы нигде не отцарапать. В наборе идут наборные траки,
Мне довольно понравились они. Запитаны на три питателя, что довольно будет хорошо в обработке. Очень удобно срезать, зачищать и в дальнейшем собирать. И в наборе такая вот, друзья, небольшая декаль на французский вариант и на вариант армии Венесуэлы. Хорошо отпечатано, довольно неплохо смотрится данная декаль. Ну вот, друзья, подведу итог набору. По пятибалльной шкале я дам 5 баллов, так как литье мне очень понравилось. Детали отлиты хорошо, на литниках все смотрится очень красиво. Надеюсь, также хорош будет набор и в сборке. На этом буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким друзьям.